Друзья, всем привет! Начинающие аккордеонисты очень часто спрашивают меня, как можно прокачать мышцы пальцев правой руки и улучшить их моторику. Так вот, есть одно очень крутое упражнение, вместе с тем очень простое, благодаря которому вы значительно улучшите крепость ваших пальцев и появится та самая четкость воспроизведения. Все, что вам нужно, это взять аккордеон и нажать первым-третьим пальцем самую первую двойную ноту, до ми. Затем вторым-четвертым пальцем нажимаем ре фа, третьим-пятым пальцем нажимаем ми соль и снова ре фа вторым-четвертым пальцем. Получается последовательность из четырех двойных нот, из четырех терций. Эту последовательность нужно повторить два раза. Каким образом? Второй раз. Теперь там, где мы играли вторым-четвертым пальцем ре фа, мы нажимаем первым-третьим. И от этой терции идем точно так же, такой же аппликатурой. То есть теперь нажимаем от ре фа. Дальше играем от ми соль, все то же самое. Второй раз. От фа ля теперь первым-третьим пальцем. Второй раз. От соль си первым-третьим пальцем. Второй раз. От ля до первым-третьим пальцем. От си ре первым-третьим пальцем. И от до ми первым-третьим пальцем. Теперь не заканчиваем. И спускаемся вниз. Теперь от си ре снова первым-третьим пальцем. Идем вниз от ля до первым-третьим пальцем. Вниз от соль си первым-третьим пальцем. От фа ля первым-третьим пальцем. От ми соль первым-третьим пальцем. От ре фа. Нажимаем до ми и считаем до 4, потом снимаем руку. В самом начале очень важно, чтобы вы играли как можно медленнее и слитно на легато, для того, чтобы у вас одновременно нажимались по два звука и следующие звуки переходили в следующие. Была слитная игра. Каким образом? Вы можете играть очень-очень медленно, если у вас пока еще не разработаны пальцы. Можно играть так. Нажали терцию, нажимаем следующую, переходим в следующую терцию. Переходим в следующую. Как только вы проиграли всю последовательность снизу вверх, сверху вниз, на легато, у вас окрепли пальцы, можно чуть расслабить руку и начать играть на нон-легато отдельно. Тогда увеличивается темп. Вот так вот. И обратно вниз. Как только вы научились хорошо и круто уже играть легко на нон-легато и быстро, добавьте левую руку. В каждую сильную долю играйте гамму в левой руке. То есть у нас здесь по 4 терции. Раз, два. И все время на сильную долю будет нота до. До, до, потом ре, ре. В левой руке идите по гамме. То есть нажимаем так. До, до, ре, ре, ми, ми. Каждый день начинайте с медленного темпа на легато и доводите до быстрого темпа нон-легато. И тогда через месяц вы увидите, как ваши пальцы окрепнут и у вас появится моторика. Всем успешных занятий!